Нет, я об этом, я даже мысли не было. А что? Ты что? О какой некомпетентности может идти речь? Ну, Рамазан, я тебя умоляю. Во-первых, мы все учимся. Взрослые-то люди всю жизнь учатся. И мы обретаем. Просто Дима невероятно скромен и стеснителен. Вот в этом слове стеснение. Ты стеснен, ты стесняешь сам себя. А для голоса, Дима, для голоса нельзя быть стесненным. Понимаешь, да? Ну вот. Ты хорошо себя чувствуешь? Ну и все, давайте. Давай. Раскрепощайся, даже если что-то где-то не так. Кексанешь там или еще что-то. Ну и что? Давайте распоемся сначала. Как раз, чтобы в серединочке где-то, в серединочке диапазона, то есть если у нас день каритон, возьми где-нибудь в пределах кварты, квинты. Я в пределах возьму песню, которую мы распоем, потому что наверху у нас максимально там до диез. Угу. И внизу тоже, кстати. Ну, то есть, ну тогда хорошо, вот в этой на октавке распевай, вот тогда проходи, не более. Угу. Ты пока поработай, я схожу, ладно, по делу мне надо. Хорошо? Сейчас. Получается, удалительный удар, как называется, когда закрытая, просто закрытая. Да. Закрытый бутон. Закрытый бутон с хорошей вертикалью, на хорошей опоре. Ноздри раздвинуты, все свободно. Все здесь щекотит, все здесь чешется. Если этих ощущений нет, то неправильное упражнение. Сам на себе тоже ощущает. И Диму слушай. Все звенеть должно. Все везде должно резонировать. Сформированное М. Оркестр прям.
Ну, в смысле, проснулся. Ну, надеюсь. А где? Я тебя распечатал, Дим. Ты можешь пока достать там карандаш, чтобы подэтовать. Да, я сам вообще хотел распечатать. Закрыт в торговый проход. Почему? Прививка. Прививка. И там. У меня там открыто. Там открыто. Да, сколько туда закрыть. Может, пока еще что-нибудь?
Может, попробуем пока что поработать на медицинском парке? А колонка? Это свой подтаски. Так, себе надо? Уже я даже не помню, какой он там не снизил. Ну что, все нормально. Да, но вот так их много. Да, нет, что не надо.
что запись? Да. Я ж не говорил. Нормально. Оставил арт-объект. Ну я не помню. По-моему, там не поедешь. Но в оригинальной партитуре он не отличен. А, то есть он не поет. Он допивает ее как, типа, ну, мелизм просто. Ну да, он просто как кожа. Он в конце, когда много раз поет, он допивает. А, в смысле, в конце песни? Между нами снова.
в нос, ты все поешь вот здесь, ты же звук-то не выводишь. Ты слышишь, Рамазан? Слышу. Ну так надо же работать, солнышко. У тебя ночь пройдёла, слух, у тебя все здесь. У тебя вот тут звук стоит, прямо вот на рубеже гортани и трахеи, прямо вот тут вот у тебя звук этот. Вспомни, Дим, как ты пел, когда мы только начинали. Ночь пройдет, наступит. Вот. Осветлять нужно звук и выводить его. А это все происходит в первую очередь. Смотри, вот эмоциональный ряд сейчас, если ты поменяешь артикуляцию, он выйдет сюда звук. То есть вот мне говорят, ну как же Наталья Викторовна его вывести? Ну что же это такое? Вот он у меня там сидит. Я говорю, ночь пройдет, наступит. Вот понимаешь, вот никаких эмоций. Ночь пройдет, наступит. Все, а я ушла в горизонтик, понимаешь, что такое? Ты ушел в горизонтик, и у тебя поднимается немножко, у тебя гортань опущена, как бы слишком опущена, и звук углубляется туда. А если ты элементарно просто, вот смотри, ночь пройдет, наступит утро. Это же хорошая составляющая, то есть, ну, эмоциональная. Радость, счастье, свет. Ну так улыбнись, Дим, я понимаю, что ты по характеру очень... ответственный, скрупулезный, точный человек, нет? Нет? Ну ты понимаешь, это же от характера, от сущности человека зависит. Но когда ты поешь, тебе нужно в обязательном порядке, как бы, иначе звук не тот, он не выходит, все. И ход вот этот, Рамазан, ты не тот сыграл его. На-на-на-на. Я тот ход сыграл. Я знаю, но... На-на-на-на-на. Ночь пройдет. Да, там вообще нет этого хода. Но я помню, что мы каким-то отработали, но... Ну, я... можно его не петь. Я придумал. Ну. А, ты придумал. Так. Ну, понимаешь, когда мы придумываем, ребят миленькие, когда мы придумываем, мы должны этими придумками что делать? Удивлять. Согласны? Всеми придумками мы должны удивлять. Поэтому, если мы придумали, и это как бы, ну, просто... Ну, вот от этой картины большая польза, она дырку в стене закрывает, понимаете? Ну, как у этого. А мы чего делаем? Надо тогда, чтобы это было красиво. Так что я не против этого хода. Солнце, солнце. И волна должна быть динамическая. Ты же знаешь, ты же звукооператор, что обязательно нужно работать в динамике, нужно обязательно работать. Это ликер, просто ход, который вы поете, он ему... Да, высоковато будет. Ну, включи, спойте еще раз. Который... Дима, давай сейчас на положительные эмоции. Прям сориентируйся, хорошо? Прямо на положительные эмоции. Прямо радость и счастье. У тебя девушка есть, ты такой красивый парень, ну. Такой талантливый мальчишка, ну. Давай на позитиве, ну, журкое. Как будто тебе это самое, сзади стоят и палку ударили тебе. Давай. Квантарик надо. А у вас нет? Да почему же у меня нет-то? У меня все есть, так ты не усилитель не включил. Как ты работаешь? А как я? У меня нету... А, у тебя шнурабик давно бы уже взял, что я тебе разрешение не дала. Ну, у нас а там... я думал, вы его собрали. Ну, я не привык, потому что посмотрю. Я разрешаю в следующий раз, если вдруг так произойдет. Вот в этом кармане ты можешь взять планшет. Хорошо. Хорошо? Ты правильно сделал, что ты так сделал. А теперь я тебе разрешаю. Давай шнурок быстренько. Шнурок. Да. Просто там очень важное было дело, я была в дирекции, поэтому вы меня простите. Ну, а вот она. Вот. А тут все, а усилитель все включено. Да. Все, быстро находи, быстро. Быстро находи. Все, я интернет включила. Быстро. Сейчас. Время. Понимаешь, все хорошо, но от того, что ты вот... Смущение, стеснение, вот это вот все. Голосу свобода нужна. Свобода нужна. Представь себе, что ты любимой девушке своей поешь. Ну, Дзе, улыбнулся. Ну, Дима, ну. Ты прямо ей должен петь. Он же там трубадур же поет с принцессой же, правильно? Ну, вот, а ты своей любимой девушке пой. Микрофончик возьмите. Что такое вообще? Давно надо было подключиться. Подключай быстро микрофон. Да вот же шнурок.
Что такое? Ничего не видно, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Ча-ча-ча. Сос-сос. Пойдем дальше.
рамочку, которую я называю, с тобой. Вот эта нота, она с тобой, она была удивительная по обертонам, по твоим вибрациям, она была очень чувственная. Знаю счастье нас с тобой. Она такая была, потрясающая, боль, не моя тесситура. С тобой ждет бой, ждет вот это бой, ждет с тобой. Это было потрясающе. А ты записи свои слушаешь? Вот плохо. А почему ты не слушаешь себя? Не хочешь или некогда, что это? Надо слушать. Просто понимаешь, тебе как звукооператору все должно быть интересно, можно растащить дорожку, можно. Ты же программами владеешь, послушать себя, там, посмотреть, замедлить, там все вот это, все вот эти вот вещи. В тональность еще верни. Знаю счастье. Спой эту фразу. Прям микрофон, прямо выпалено. Знаю счастье нас с тобой ждем. Вот смотри, вот куда ты прячешь, сейчас ты спрятал свое дивное вибрато. Ой, какое у тебя вибрато, дивное, природное. Ты же звукооператор, ты же не до конца ведь не понимаешь, ты не классифицируешь вообще эту терминологию. Откуда это вибрато берется? Ты его делаешь? Типа. Но ты же его не делаешь. Почему? Ты прямо его делаешь? Или оно у тебя... Ты осознанно. Да, осознанно делаешь. Да. Ты осознанно его делаешь? Ты его делаешь прям? То есть у тебя в голове, вот я с тобой, здесь я сделал с тобой, здесь я сделаю вибрат, у тебя такое в голове. У тебя в голове так. Ну что, не прям в реальном времени. Я еще микрофон. А, микрофон. Много мыслей. А, то есть тебя отвлекает все. Я его контролирую. Контролируешь все это. Все контролируешь. Ну вот, Дима, нужно от контроля прямо избавляться. Поставьте микрофон в стойку. Не надо его в руках держать. А? Прям не надо его держать в руках. У меня не будет сегодня. Сейчас будем заниматься. Сейчас вот Дима еще споет, стоечку надо поставить. Потому что у тебя лучше получается, когда ты микрофон не держишь в руках. И прямо сейчас очень хочется, чтобы ты пожестикулировал, даже если это будет вообще не в попад, Дима. Вот прямо вот так вот, вот прямо руки, прямо вот так вот, что хочешь, что и делай, тарелку отодвинь, он тебе мешает. Видишь, у тебя постоянный контроль, и микрофон в руке, и голова, значит, и вроде бы как. Мелодия, вибрато, все не стоит. И мелодия, и вибрато, и здесь, ой, сейчас надо... Там вот это то, что придумал Рамазан, успеть спеть, потому что все. Ой, мне Наталья ты рассказал закрытый ртом, а я опять открыл рот. Вот понимаешь, у тебя вот все вот это вот накручивается. А? Ну да как брось. Вроде да. Вот это ты выброси все это, Дима. Я тебя умоляю, иначе песни не будет. Давай сначала. Давай, прямо вот так вот. Все вот так. Все надо отдать. Надо. Без артикуляции, без эмоционального ряда, без любви. Ничего не получится. Давай. Помогай руками себе, если хочешь. Да. И между нами.
как-то все, надо прямо собой. Столько у тебя легче было же петь. Мне показалось, ты был более ограничен, а? Это что? А? Дима. Возможно. Не уверен? Я не могу утверждать. Не можешь утверждать? Димка, ну что ж, ну с таким голосом, ну солнце ты мое. Что ж делать-то, а? Ну как же вот здесь... Дим, я тебе могу сказать, что характер можно воспитать в себе, характер. А вот харизмой поделиться я, к сожалению, не могу ни с кем. Ну, то есть я не могу ее поделить. У меня ее так много. Ну, то есть вот моего все. Я бы тут дала, мне тут и так хватает, и так. Понимаешь, я бы делила бы, я бы отдавала бы. Но это невозможно. Это принадлежит, вот, либо не принадлежит. Но характер, характер, воспитать человек себе может, потому что ты же хочешь спеть. А спеть нужно, нужно избавляться вот от скромности. Вот раскрепощаться. Этой, раскрепощаться. Скромность – это очень хорошо, это украшает человека. А? В меру. Почему? Скромность – это прекрасно. Но когда мы берем на себя задачу выйти и спеть, мы же хотим достучаться до слушателя, до зрителя, до нашего. А как мы будем стучать, если мы ну, сами закрыты все? То есть не получится достучаться. При всем при том, что ты одарен таким голосом великолепным. У тебя потрясающий голос. И вибрации у тебя не сделанные, а они у тебя реальные. Потому что ты отчета даже порой вот, ну, не отдаешь в том, что как и что. Сейчас опять было с тобой, это было чудо просто. Здесь тоже вот одна нота у тебя. Потрясающая она. Потом скажу, будем петь. Она просто всегда потрясающая. У тебя с тобой, вот понимаете, вот, вот что значит, вот, когда сходится вот все, как бы, и тесситура удобная, и гласная, как бы, и ты уверен в этой ноте, все. Вот, вот оно, когда вот сходится все, она так звучит, вот прям. Вероятно просто, что твои чувства искренние к твоей девушке, и когда ты поешь с тобой, вот, наверное, это как-то сказывается. Нет? Нет, знаешь? Ну ладно, не буду трогать все. А, не о том думаешь? Ну ладно. Ладно. Ну мы... ты будешь работать дальше? Тебе нужно все петь на трели. Вообще всю песню. Не, ну. Это задание надо. Видишь, какие у меня волны динамические? То есть, если ты будешь работать без динамической волны, диафрагма перестает работать. В результате либо ты ее пережмешь и поднимешь гортань наверх, у тебя будет не получится, либо она вообще остановится. Поэтому работаем все на вертикали, у тебя прекрасная вертикаль, у тебя все хорошо, всю песню вот так вот. Потом идти в душ и это. Если ты не будешь в мокрой рубашке, значит ты плохо работал. Это тебе проверка. После того, как ты всю песню споешь на трели, всю, ты должен быть мокрым. Понятно? Это труд. Это точно труд. Это труд. Ну все, беги. Дима, я тебе тут написал вот на этот ход, который... который часто не так поешь. И милиз, иди сюда, вот, смотри. То есть... Это полтона выше. Но только это не мелизм, это группе. Ну это да. Это группе, это просто несколько вот ноточек туда добавили и все. И твои ноты высокие в начале припева, ночь пройдет, они не получаются не потому, что у тебя нет слуха, а потому что у тебя есть страх и остановки. Понимаешь, да? А нужно идти вперед и побеждать. Все, и навигатор. Ну давай, счастливо. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. С тобой работаем. Дальше. Толюктовна, я не понимаю, почему вы говорите, что первый это анализ, а почему она полтона? Чем вы пели с Александром Валерьевичем? Сейчас будем работать.